нас поступил енотик из Туапсе. Его предположительно сбила машина. У него нет примерно 1/3 хвоста. Отсутствует глаз или очень сильно травмирован. Мы пока в клинику не попали. Но, да, он злится на меня. Очень крупненький самец. Отлично покушал. С момента травмы прошло где-то неделю. Люди ходили, гуляли с собаками, очень часто его видели. Когда пытались его забрать, он уполз в кусты. Спустя где-то дня 4 они его таки забрали домой. И вот где-то спустя неделю он доехал до меня. В общем-то, все критичные моменты пройдены. Никакого отека у него серьезного нет. Он достаточно бодр. Но остальное будет уже известно после рентгена. Ну, чего ты даже не встаешь? Такой вот просто мишечка. Огромный толстый енот. Надеюсь, у него там никаких внутренних проблем нет. Очень надеюсь. Но это мы уже узнаем попозже.